вставай под наш флаг, будешь достоин, you welcome. А так, дать паспорт и автоматически ты... You welcome, это добро пожаловать. Можно еще? Your cupcake now. Oh my god, that's crazy. Ew, it was all like slimy. Mm-hmm. Mm. Okay. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу. Извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ты сможешь? Зачем? Об этой хмурой киске собираются снять фильм. Ну, если это хмурая киска, тогда пусть приезжает к нам в Россию, я вам покажу хмурую киску. Жаль. Да. Здравствуйте, а сколько на ослике стоит прокатиться? Вам нельзя на ослике. Слишком тяжелый для ослика. Говорит, дорого. 200 рублей, нахрен нам нужен этот осел. Пешком погуляем. Сегодня кот сгрыз мою зарядку. И в этом видео я вам покажу, что делать в таком случае. Ты чё, блядь, охуел, что ли? Она двушку стоит, блядь! Охуел, что ли, блядь!
assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made it rubble. So that anything you say is ricocheting off of me and it'll glue to you. And devastating more than ever, demonstrating how to give a motherfucking audience a feel. Себя слабо в командных драках. Ну и плюс китайские команды, они всегда отвечают. А я ни разу не была в малинках до этого дня, точнее до вечера. Но когда сюда сегодня ребята пригласили меня, осталось бы навечно. Я хотел сказать, что это команда, дай мне ручку, я напишу альбом. Дай мне микрофон, и я сделаю шоу. Нет, ты ошибся, брат, я не Шон Пол. Голос пропадает, да это провод отошел. He was like, you know what, man, let's just jam out. So, got no problem with that. So we just jammed out. Девушка, вы со мной заигрываете или просто танцевать не умеете? У меня украли паспорт. В милиции был? Был. Не они. Любая девочка с персиками со временем превращается в бабушку с курагой.